Мечта. Это мощное слово. Преследуя свои мечты, вы много раз будете свергнуты. Будете чувствовать, что у вас нет энергии, чтобы снова подняться и продолжать. Вам будет казаться, что сдаться – это единственный вариант. Когда жизнь бьет, это не время ныть и жаловаться. Это время, чтобы дать отпор. Это момент, чтобы отражать удар. Многие люди сдаются на пути к своей мечте. Требуется мужество. Требуется уверенность и сильное мышление, чтобы продолжить свой путь, когда никто не верит в тебя. В каждом из нас живет лев. Но некоторые решают никогда не упускать льва. Некоторые люди держат этого льва в клетке. Вы жаждете этой мечты? Будете ли вы бороться за эту мечту? Выпустите льва. Будьте голодны до своей мечты. Люди, которые часто сомневаются, скажут вам быть реалистом. Ненавистники будут отговаривать вас, чтобы вы остановились и оставались посредственным человеком. Ты единственный, кто может пойти и получить то, что ты хочешь. Никто не будет преследовать твою мечту ради тебя. Есть цитата, которая гласит: «Все хотят есть, но мало тех, кто будет охотиться. Каждый хочет успеха, но лишь немногие будут вкладывать необходимую работу». Перестаньте ограничивать себя. Ты – самая опасная угроза для своей мечты, потому что только ты решаешь, когда остановиться и отказаться от своей мечты. Только ты решаешь, когда убить эти мечты. Вы сильнее, чем вы думаете. Никогда не позволяйте мелким умам убеждать вас, что ваша цель недосягаема. Может быть, это недоступно для них, но ты знаешь лучше. Верь в себя. В те времена, когда ты рано встаешь и работаешь. В те времена, когда ты работаешь допоздна. В тот момент, когда ты ничего не можешь сделать и слишком устал, и ты не хочешь давить на себя, но все равно делаешь это. Вот что на самом деле мечта –